Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня я произведу распаковку товаров с Алиэкспресса, которые поступили ко мне за последнее время. Все эти товары не для повседневной жизни, а для походной. Итак, приступим. Итак, первая посылочка — это у нас, скорее всего, рюкзак от фирмы Nether Hike. Сейчас мы ее откроем. Так, где тут лучше, чтобы не повредить рюкзачок. Плотно упаковано все. Надо аккуратненько. Вот такой вот рюкзачок у нас. Чехольчики. Сейчас мы его откроем. Посмотрим. Вместимость его, как написано, до 10 килограммов. Ага, он еще и вывернут. Да, вот так вот. Есть два кармашка по бокам. Здесь еще вот такой маленький кармашек. Ну, не совсем даже маленький кармашек, глубокий, но узкий. Вот, чехол помещается вовнутрь. Молния такая вот водонепроницаемая. Ну, очень простенький. Сейчас мы его попробуем взвесить. Весит такой рюкзачок 123 грамма. Грузоподъемность его до 10 килограммов. То есть отличная вещь для радиальных выходов. Следующая распаковка у нас будет вот такая вот маленькая посылочка. Здесь у нас находится вот такой вот адаптер. Для чего он нужен? Сейчас объясню. В посылке у нас вот такой вот адаптер. Вес данного приспособления в упаковочке у нас 4 грамма всего. И предназначен он для перелива газа из вот такого цангового баллона. Вот в такой вот баллончик резьбовой. Далее мы будем распаковывать вот такой вот пауэрбанк от компании Ромас на 30 тысяч миллиампер. Находится он вот в такой вот упаковочке. Так, как она открывается тут? Ага, здесь вот запечатано у нас, значит. Открываем. В упаковке находится только повербанк, никаких больше приспособлений нету. Откроем его, посмотрим. Упаковочку уберем. Так, в упаковочке, кроме повербанка, находится инструкция на разных языках. Ну, на русском, как всегда, нету. Купон какой-то на 20% скидки. Так, и еще какая-то бумазейка на английском языке. Так, все это дело убираем.
Так, и смотрим, как же мы его будем включать. Вот она, кнопочка. Смотрим. Так, что-то он не включился. Ага. Заряд у него всего 8% или 18%. Сейчас мы взвесим. Вес данного агрегата почти 700 грамм. 699, если быть точным. Здесь у нас находится много портов, как видите. Белый, значит, у нас для простой зарядки. Синенький у нас для быстрой зарядки. Далее у нас идет порт USB Type-C. Он двойного назначения для быстрой зарядки, так и для быстрой зарядки пауэрбанка. Ну и тут еще для простой зарядки вот эти два порта. Ну, более подробно я вам ссылочку скину, посмотрите. Так, далее у нас идет вот такой вот агрегат. Это у нас коврик, самонадувашка. Вот такой вот коврик самонадувающийся от компании Black Deer. Так, давайте его взвесим. Итак, вес его составляет 667 граммов. Ну, со всеми полиэтиленами, бумажками внутри. Пару граммов можно будет скинуть. На данный коврик я тоже сделаю ссылочку. Вот, посмотрите, там более подробно разъяснят, что да к чему он. Хотя написано вот 630 граммов, да? А он у нас 667. Так, ну вес почему-то на 30 граммов больше, чем заявлено. Скорее всего, мы вот это сейчас полиэтиленчик аккуратненько уберем и попробуем все это дело взвесить без упаковочки. Так, сколько у нас получится сейчас? 640 граммов. 640 граммов весит коврик. На 10 граммов больше, чем заявлено. И последняя на сегодня распаковочка. У нас вот такая вот палатка от компании Black Deer. Называется Archeos 2. Разработана эта палатка археологическим клубом из Питера совместно с подписчиками канала. Так, чтобы видно было, открываем. И вот такая вот палаточка двухместная. Так, сейчас мы ее взвесим. Взвешиваем палаточку. И что мы видим? Вес ее 2 килограмма 425 граммов. Ну, по заверениям разработчика, можно снизить до 2200. Вот такая вот она небольшая. Ссылочку на нее я тоже приложу к видео. И разработчик уже, как говорится, более подробно вам объяснит, что да как и с чем ее едят. Ну, в дополнение могу вот еще вот такой вот покажу. Это у нас плащ пончо. Тоже нужная вещь в походе. И как тент, и как от дождя
плащ, и как футпринт под палатку может тоже подойти.